Сегодня 13 марта. В середине 19 века о холодильниках в Самаре ничего не знали. Они получили широкое распространение лишь в 20-м столетии. Однако самарцы знали способы сохранять продукты свежими. Во время ледохода запасали глыбы льда в погребах. Об этом рассказали самарские губернские ведомости 13 марта 1854 года. Существует обыкновение возить лед большими глыбами, как только может вести лошадь на санях. В погребах уже измельчают эти глыбы пешнями и топорами. Ценность глыб определяется расстоянием перевоза их от проруби до дома. Возят от 7 до 10 копеек серебром за штуку. 13 марта 1878 года Самарская городская дума приняла постановление о создании особого комитета для сбора пожертвований на сооружение нового кафедрального собора. В итоге городское общество выделило из запасов казны 15 тысяч рублей. 2 тысячи внес российский император Александр II. Самарские купцы Антон Шахабалов и Иван Плешанов перечислили на благое дело по 10 тысяч рублей каждый. Строили Самарский кафедральный собор ровно четверть века. Он стал красой и гордостью губернской столицы. Стоял он на Соборной площади, там, где сегодня находится Самарский академический театр оперы и балета. 13 марта 1942 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании в Куйбышеве новой административной единицы Кировского района. В его состав вошли территории заводов Безымянки, поселков Зубчининовка, Красная Глинка и Управленческий. Однако в таком виде Кировский район оказался слишком большим по площади и неудобным в управлении. Поэтому другим указом Президиума Верховного Совета РСФСР летом того же года из него был выделен еще один район, получивший название Красноглинский. 13 марта поздравления с днем рождения принимают руководитель поисково-спасательной службы Самарской области Олег Петрович Моцарь и глава муниципального района Большеглушицкий Самарской области Александр Васильевич Гребенник. А еще в 13-й день календарной весны на свет появились русская эстрадная певица Анастасия Вяльцева, советский поэт, баснописец, автор текстов гимнов Сергей Михалков, известный педагог и писатель, автор педагогической поэмы Антон Макаренко, артистка цирка, первая в СССР женщина-дрессировщик львов Ирина Бугримова, одна из первых красавиц отечественного кинематографа, народная артистка России Ирина Алферова, а также российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий Вадим Демчок и другие. А именинник сегодня только один – Иван. Сегодня последний день масленичной недели, прощенное воскресенье. По древней традиции, в канун Великого Поста домочадцы кланялись друг другу, взаимно прося простить все обиды и огорчения, нанесенные вольно или невольно. В храмах на вечернем богослужении совершался чин прощения. Затем все верующие просили прощения, а в ответ на просьбу произносили «Бог простит». Из давних времен до нас дошел обычай провожать масленицу сожжением соломенного чучела, одетого в нарядную одежду. И, разумеется, последний день масленичной недели сопровождался веселыми массовыми гуляниями. Это все, что мы успели вам рассказать про 13-й день весны. Прекрасного вам настроения и только положительных эмоций.